Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Русфа ПС. Сегодня у нас будет, да, дождались. Это FIFA 19 Mobile. О, господи, перекрестились. Так, поэтому обязательно ставьте лайки и не ставьте дизлайки. Ну, это такая небольшая отсылка. Вот, сегодня у нас будет такой лайтовенький видеоролик, который будет называться «Похождение Головина». То есть я... Вы видели мой состав, Головин на полузащитнике, и я буду сейчас нагибать. Вы спросите меня, кого же нагибать? А я вам отвечу, я буду нагибать Монако. Я буду играть против бота, и это будет клуб Манигасков. В общем, ребята, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы... не пропускать мои видеоролики, которые я стараюсь выпускать каждый день, но иногда не получается. Вот, в общем, команды выходят на поле, и сейчас начнется наш долгожданный матч. А вот уже как раз Головин против Фалькао. Фалькао контролирует ситуацию, но Головин здесь прорывается. И другой Головин отнимает мяч у того Головина. И здесь Агуэро, Фин 360, и справа... И Агуэро забивает первый гол уже на 7-й минуте. На самом деле это был очень легкий матч, вообще просто изи. Кстати, ребята, если вы хотите, чтобы я снимал вот эту игру, ну, конечно же, она мне не очень нравится, но поиграть в нее приятно после FIFA 14 моба. Так что, если вы хотите, я могу на постоянной основе записывать видеоролики по ней. Ну, конечно же, карьеры FIFA 14 никуда не денутся. Манная передачка на Агуэро, вот такая разыгровка, и Агуэро уже на 16-й минуте оформляет дубль. Вот так вот. Мане разворачивается, передачка, и Агуэро выставляет свою буцовскую, пумовскую ногу и забивает. Головина разворачивает атаку, просто бежит, просто тупо бежит. Его уже просит мяч, но он думает, что он способен в одиночку всех обыграть. И Головин видит, что там Мане, и Мане забивает с... Я не понял, сколько ноги, не разглядел. Вот сальтушку Мане выполнит. Ой. На самом деле много я упустил, не снимая эту игру примерно около полугода. И там сейчас какое-то событие странное идет, если вы мне объясните. Но я надеюсь, я, наверное, не буду в него играть, потому что там всего лишь 6 дней осталось. Мане. Это у нас Агуэро. Головин. Могу поснимать дивизион, если вы хотите. Головин. Финт. И с левой ноги Александр забивает первый гол против своего... родного, можно сказать, ну, не родного, но, так скажем, своего клуба. Вот, если вы хотите, я даже создам рубрику «Похождение Головина», где я буду проходить кампании. Да, кампании я еще не прошел, да. Вот, кампании я еще не прошел, позор мне, конечно же. Будем проходить селекцию, будем все проходить, потому что, ну... Увлекся этой игрой на самом-то деле. Мне нравится здесь разыгрывать всякие штуки-дрюки. И передачка на Агуэро. И легонько-легонько Агуэро забивает. Уже хэт-трик. Упс. Чук. Все. Если вы еще не подписались на канал, но смотрите данное видео, обязательно подписывайтесь. Потому что приблизительно 60% моей аудитории смотрят мои видеоролики и не подписываются. То есть это... абсолютно случайные зрители, а остальные 40% это мои подписчики. То есть, если ты, вот конкретно ты, да, зашел на данный видеоролик и не подписался, то обязательно подписывайся. Тебе просто нажать на кнопочку подписаться и нажать на колокольчик, а мне будет очень приятно. Марко Ройс бьет, и Субашич надежно забирает этот мяч в руки. Вот, ну все, ты подписался, все, красавчик, дальше идем. Канте. Вот, ух ты, как разворачивается и бьет, и, к сожалению, мимо. К сожалению, мимо. Вот. Ну, у меня хорошие планы на данную игру, и я помню еще, как полгода назад эта игра собирала
просто, ну не бешеные, но неплохие просмотры для моего канала, а после того, как я ее перестал снимать, они поникли, и вот, конечно же, это очень плохо, и Головин тут забивает опять с левой ноги. Да, ребят, и смотрите, и он показывает на правую ногу, типа, вот, правый забил, а по факту левый, ну, небольшой багич. Да, вот, ребят, уже все, видеоролик заканчивается, поэтому пишите, что вы хотите, чтобы я с этой игрой делал, что я на ней записывал бы, чтобы вы хотели. Вот, ребят, все, заканчивается матч, и смотрите, здесь у Головина лицо есть, а у Головина, за которого я играл, лицо нет. Вот очень странно, ладно, ребят. Все, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики, ставьте лайки, репостите в социальных сетях у всех и рассказывайте друзьям. Все, ребят, всем пока! And